Привет, ребят, девчат. В этом видео я покажу различные вагоны. Очень хорошая селекция. Иногда приходит 3-4 до 5 коробок в один день разных производителей и разных дистрибьюторов. Сейчас мы это все детально посмотрим. Начинаю с Intermountain Cottonbelt. Супер. CSX. A&M. Я, наверное, не видел такого количества разных вагонов никогда. A&M. Не очень знаю эту компанию. State Lake Elevator. Но это, наверное, какая-то маленькая местная типа. UP. О, красивый. То, что останется, некоторые у нас идут в наш inventory stock, да? Я сделаю обзорчики. О. Обычно розовые в поддержку рака молочной груди в октябрь, целый месяц так идет. Не похоже на Санта-Фе. Да? Вот. То же самое. Много покупают таких теперь. Вот это что у нас? Grain Handling Corporation. Ду-ду-ду. Ни разу не видел. Так. Farmer's Elevator. Что это? Эту я видел, но очень долго. Good Seeds Grain and Company. Hamburg, Iowa. Прикол. Ну да, местные какие-то бизнесы. Продолжаем. Как вот это вот сюда попал, я не знаю. Залетный. Это coil car. Там рулоны металла. Вот в этих двух отсеках. Coil car. Все в основном, кто занимается зерном, grain, да? Какая-то иммигрантская фамилия. Интересно, Conrail. Класс. Что это у нас? Очередной соя. Очередные какие-то зерновые производители. Роб себе прикупил несколько GT. А вот это вот Master. Старый BLMA. Компания, которую Atlas купил. Деталировка полный улет. Если останется, обязательно сделаю обзорчик. Продолжаем. Tengen. Вот эта стопка кому-то. Я знаю, кому. Есть такие у нас супер любители. Undecorated. Да, они сами будут ставить декали, красить или что-то дальше с ним будут делать. Очередные вот эти grain. Разные. Что это такое? Farmer. Like farmer. Много их. Много. Пачками просто покупают. Это классная раскрасочка. Original MNS. Cool. Ох, вот эти мне юпи нравятся. Много Санта-Фе. Где-то 1, 2, 3, 4, 5. Где-то 15 вагонов. Кто-то, ну, они все, когда стопка идет, это разные номера. Это интересно. Мичиган тоже. Как правильно? Мичиган Elevator Exchange. Круто. Так. То же самое вот в таком розовым. Railstone Jefferson, Iowa. Нормально. Разные номера. И вот так. Супер. Ну, так в кризис потихонечку выкарабкиваемся. Вам, ребят, успехов и всего наилучшего. Давай.